Нодзиме Тицура, японский маршал. Биография: происходила из касты самураев и в молодости участвовал в войне Басин в 1871, произведен в майоры в 1878, командующий Токийским округом. В начале Японо-Китайской войны командовал 5-й дивизией. Приняв на себя командование японскими войсками до прибытия маршала Ягата Ритома, явился главным руководителем Пхеньянской операции, в которой обнаружил большую решительность и энергию, но не умение руководить большими массами войск. Когда Ямагата по болезни покинул пост командующего 1-й армией, Нодзу снова заменил его, командовал войсками во время последней операции войны, штурма Нью-Джуана. За отличие во время войны был произведен в маршалы, командовал гвардейской дивизией, был главным инспектором боевой подготовки, во время русско-японской войны командовал 4-й японской армией. В 1906 году Нодзу был пожалован титул маркиза. Смерть. Умер в 1908 году, похоронен на кладбище Аяма в Токио.